Я считаю, что каждый человек, несмотря на свою профессию, неважно, врач, преподаватель, там, дизайнер, парикмахер, ну, я не знаю, повар, да, каждый должен делать вклад, потому что эта страна наша, не только мы будем жить, здесь будут жить мои внуки, и мне хочется хоть что-то оставить. Мы все обязаны сохранять эту природу. Я подумала, тогда я буду посвящать свою коллекцию как бы нашей природе. О том, что у нас живут барсы, и вообще, что их нужно защищать, и практически они у нас исчезают, я узнала благодаря проекту ПРООН. Я когда начала интересоваться, узнавать, я опять-таки думаю, вот как бы, что бы сделать такое, вот, чем бы помочь, ну, решила коллекцию сделать. То есть это из натурального войлока мы катали, бесшовную коллекцию сделали под названием «Спаси меня». Всем рассказывал, что вы знаете, что есть такой барс. У нас такая численность, исчезают, а давайте будем спасать. А вы взрослым рассказывать, что нельзя стрелять, что их нужно спасать, что нужно их кормить, заботиться. То есть даже если эти дети узнали, это уже хорошо, я считаю, что для нашей страны. Потихонечку как бы поменять отношение детей, взрослых людей вообще к нашей природе. В тот день мы устроили, конечно, выставку, это было очень интересно, что у нас есть очень много людей, которые интересуются птичками, они исследуют. Гости, которые пришли на показ, они были удивлены тем, что надо же, у нас, оказывается, есть такие люди, надо же, у нас, оказывается, 1 апреля, не день смеха, а, оказывается, Всемирный день птичек. Я взяла красный стенолаз, и вот видите, вот здесь как будто вот крылья птичек, орнамент. Мы же все знаем о том, что птицы – это санитары леса. Они очищают, если бы их не было, то у нас бы было бы у нас очень много проблем, например, в лесу.